Я купил себе шикарное весло. Оно стоит много денег. Мне жалко его потерять. Оно, конечно, само по себе не тонет, да? Но помимо того, что он не утонет весло, оно помогает мне держаться на воде, чему я сегодня, кстати, воспользовался, да? Подгребая веслом, клянувшись. Во-вторых, оно добавляет яркости, да? Как мы видим, само весло темное, вода темная. Потеряв весло, искать его где-то там, в озерах, не очень хочется. Подходит, как, соответственно, для любого весла, любого размера, любой формы. Стоит копеечно, как бы, да, но весло за немалую сумму денег, оно почти поможет.